Доброе утро! У меня такая прическа сегодня. Дима заценил мою. Заценил мою челку. На самом деле. Приколдесная. На самом деле, просто вчера уже ночью помылась и легла спать с мокрой головой. Поэтому надо маленечко будет выпрямить волосы. Сейчас сначала Поле будем волосы выпрямлять. Вот она, Поле. Доброе утро. У нас уже прошел завтрак, мальчики у нас там уже играют. В общем, у них после завтракашний отдых в виде игры. А у нас в Поле уже две шарлотки в духовке. Мы такие молодцы. Вот, одну шарлотку мы возьмем с собой, а вторую маленькую шарлотку мы отдадим Диме на работу. А еще там я ему уже приготовила. Вот там стоят макароны с котлеткой. Вот, так что Дима сегодня поедет с едой на работу в кои-то веки. На улице солнце чудесное, так что, в общем, быстренько собираемся. Я, кстати, уснула сегодня в 3:30, даже почти в 4 часа утра. Было новолуние, ой, полнолуние. Дима мне сказал, что я ведьма. Я не могла уснуть, я вчера очень хотела спать, и не могла уснуть. И мы встали сегодня в 8. Ну что, маленькую шарлотку я уже достала. Сейчас она остынет, я ее заверну в фольгу прям. И прям вот с этой штучкой я отдам, чтобы не перекладывать ни во что. Полежки волосы уложили, сейчас буду укладывать волосы себе. Ну что, вторая шарлотка остыла. Сейчас я ее упакую с собой. Чаек надо еще заварить, не забыть. Я, кстати, уложила волосики. Сразу другой вид. Ну, единственное, что, конечно, карантин сказывается, и краска уже вся смылась. Хочется быстрее, чтобы все закончилось. А то я уже без ногтей, без краски на волосах. Ну, так почти вся страна наша, да? Я ведь не одна такая, правда? У Поли, кстати, сейчас закончится урок, она мне будет помогать собираться. Ну что, у нас подготовка полным ходом. Ой, это какая-то бледная, губы яркие. Похоже, знаешь, на кого? Это была семейство монстров-то, которые, помнишь? А, эти, семейка... Адамс. Я, в общем, вы поняли, кто я. Вот, я нашла свою любимую красную помаду. У меня, кстати, помада высохла, ну, ей уже 2 года, наверное, и сам вот этот красный пигмент, он весь сохся. И я стала красить губы, и у меня вывалилось, да, давно, вывалилось. И Саша, я такая, ой, блин, Саша такой, мам, ну это же не жизнь, значит, все нормально. Мой мотиватор. Пальчика, она такая, ой, красивая. И собаку возьмем. Не, знаешь чего, мы будем на нее отвлекаться. Она... У нас надо пофотографировать всех. В общем, мы все собрали. У нас чашечки, термос. Уже с собой забрали, взяли шарлотку. И вот там висит 4 вешалки. Осталось обувь не забыть. Все, мы выезжаем. Урашечки! Мы в машине. Такие красивые. А на улице показывает 15 градусов. Между прочим, мне даже в пальто и в водолазке жарко. Но это хорошо. На улице, правда, ветерочек. Поля сегодня так подготовилась, даже очки солнечные взяла. Натерла их, такая довольная. Я надеюсь, кстати, что мы ничего не забыли. У нас столько вещей было. И у нас первая остановка, вы не поверите, какая. Помойка. Ну, тебе звонит, Юля, я вот может быть. Да, Илёк? Мы заехали в Fix Price. Сейчас кое-что там посмотрим. В регионе выявлено еще 7. Наши девчулечки стоят.
Медная, привет. В общем-то, мы едем по уже известному теперь нам маршруту. Всем медновцам пламенный привет, медникам. А, ну, как вы поняли, достаточно ветрено здесь оказывалось. Сева, наша команда. Девочки. Еще тут девочки, мальчики. Не вижу, где там Маруська. Вон там Маруська. Привет, Маруська, скажи. Привет, передай всем привет. Там Юлёк пошла за ножом. А мы купили с Полькой в фикс-прайсе вот такие цветочки. Типа весна, все дела. Надо будет отрезать сейчас этикеточки. В общем, мы пофоткались маленько здесь внизу. И сейчас едем наверх, туда к бревнам, где мы чай пили, потому что очень сильный ветер. Боюсь, что девчонки замерзнут, они раздетые совсем. А, конечно, 16 градусов. Поль, у тебя... Саша, у тебя дверь не закрыта. Так выглядит здесь. Ага. Вот это классно. Да-да-да. Вот. И, в общем, очень страшно, что девчонки заболеют. Мне очень не хочется. Польча, кстати, какая у меня красивая в новом образе. И, ну, уже есть пару-тройка клевых фоток, то есть уже было не зря. Не знаю, какая-то ребятня гуляет. В общем, Юлька там сзади едет, едем на АВ. Поле очень красивое. Поле будет сейчас... Ой. Поле будет сейчас переодеваться в следующий образ. Не намного теплее здесь наверху, ну так, сейчас в лесочке пофоткались. Сейчас девочки будут одевать платье. У меня такой тоже причесон. Кто там стучит? Кто там стучит? Багажник стучит. Санька. Я тоже красивая, мне кажется, Сань такая, да? Смотри. Да. Ну что, мы нафоткались, но мы не смогли уехать с последней локации. У нас закипел тосол. Закипел и весь вылился через край. Что закипел? Тосол. Тосол — это охлаждающая жидкость. Не знаю, по какой причине. В общем, Юлька поехала с детьми домой, потому что время уже почти 5 часов. Да, уроки вот. Не делаю. Да, мы еще не делали уроки, Поля уже вся измаялась. И Санька еще уроки даже не начинала делать. Ну, вот так вот получилось. Не знаю, что произошло. Едет Дима. Вот, сейчас он будет ехать минут, наверное, 20-30. И надеюсь, что зальет тосол, и мы уедем отсюда. Это в лучшем случае. А в худшем случае... Я даже не знаю, что. Просто уедем на папину машину. На чей? На которой, ну, на этой. На какой? Ну, позвоню. На Диминой? Да. А, ну у нас есть, да, еще кнопка СОСа от автосалона, чтобы нас приехали, забрали. Ну, в общем, посмотрим. Пусть это мужчина уже решает. Ура, мы дома. Я сейчас грею котлетки, которые с утра жарила, варю макарошки, будем кушать и будем заниматься уроком, потому что время уже 6 часов вечера, мы еще даже не обедали, ни за что не брались. Дима поехал, машину отвез в ремонт, в общем, потом вам расскажу, что это такое было. Фух, мы наелись, напились горячего какао, сейчас бы самое то, лечь и подремать бы полчасика. Но нет. Как бы того ни хотелось, нам приходится садиться за уроки. Санька пошел за учебниками. Я уже освободила стол. Сейчас постараемся максимально быстро все это сделать. Параллельно буду монтировать видео, фотки выгружать. Фоток получилось 300 с лишним штук. Я их сейчас все выгружаю на облако, чтобы на телефоне место освободить. И Полька довольная, очень много ей понравилось фотографии. Надеюсь, Аринке тоже понравилось. Единственное, что, конечно, померзнуть пришлось. Не так тепло, как хотелось было. Ну, в общем, Юлька, кстати, брала наряды Маруськи и себе. Тоже хотела я их пофотографировать, но погода не дала. Если девчонки как бы были гораздо там попередеваться, то последнее уже время жаловались, что холодно, уже устали, замерзли. Вот, то Юлька с Маруськой, конечно, не рискнули. Ну ладно, сейчас еще только-только начало весны. Просто сердце рвется на природу. Но мы обязательно такой выезд повторим. Я всех-всех-всех пофотографирую еще.
Вот, так что подписывайтесь на мой инстаграм, на Полюшкин инстаграм и смотрите, какие фоточки у нас получились. Насыщенный сегодня получился денек из-за того, что сегодня спала очень мало. Сил нет просто вообще никаких. Сейчас я смонтирую влог за предыдущий день и пойду спать. Не доделали даже математику с Саньком. Отправила его спать. Коль там еще поделает уроки, сказал, силы есть, пока поделаю. Все, на этом мы с вами прощаемся, до новых встреч.